Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Mibra Watch GS Pro. И сейчас я покажу вам, как установить какую-то свою картинку на циферблат. Итак, для этого мы открываем приложение Mibra Fit. Далее выбираем устройство, и здесь мы выбираем циферблат. После чего нажимаем циферблат альбома. Теперь можем нажать на плюсик и выбрать картинку из галереи. Нажимаем применить. Далее мы можем ее обрезать. Нажимаем обрезать. И теперь мы можем настроить стиль циферблата. Можем настроить цвет времени. И нажимаем установить как текущий набор. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.